Поставлю-ка я запись для Ютуба. Значит, до этого, на минуточку раньше, мы говорили о том, что Карл IV правил в Чехии очень хорошечно и долго. Империя, которой он стал править из Праги, расширилась, а его подданные жили в мире и процветании. Вся империя скорбела по своему правителю после его смерти. Проводить его в последний путь собралось более 7000 человек. Трон процветающей империи унаследовал сын Карла, Вацлав IV, Венцеслав, скорее всего, которого отец всю жизнь готовил к этому моменту. Но Вацлав не пошел по стопам своего отца. Государственным делам он предпочитал менее серьезные занятия. Он даже не явился на свою собственную коронацию императором, что не сильно помогло его отношениям с Папой Римским. Бездельник Вацлав не впечатлил и имперскую знать. Неурядицы с новым королем множились до тех пор, пока знать, возмущенная бездеятельностью своего правителя, не стала искать поддержки у своего кого-то там, венгерского короля Сигмунда. Сигизмунд решил прибегнуть к радикальному решению. Он похитил короля и заставил его отречься от престола. А после этого воспользовался наступившим беспорядком, чтобы обеспечить себе больше власти. Он вторгся в Богемию во главе большой армии и начал разорять земли, принадлежащие сторонникам короля. Здесь и начинается моя история. Так, здесь вроде говорят, еще можно моды какие-то накидывать, да? Так, А где? А где? Она что-то подлагивает периодически. Pater noster, qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum. Данная игра поддерживает систему отслеживания взгляда. Подробности о внутриигровых функциях и их разблокировке помощью системы вы найдете на веб-сайте. Прикольно. Так, ну, в принципе... А что вот за расширенные настройки? Дальность видимости объектов, дальность лод, дистанция отрисовки растений, размытие в движении отключена... Качество теней среднее. А здесь есть? Во, на ультрах хочу играть. Здорово, Петр. Как ваше ничего? Что мне игра громковата? Так вот вроде не сильно громко. Так, новая игра. А обычный или жесткий? Жесткий — это больше реализма. Рекомендуется игрокам, умеющим вести бой и имеющие навыки выживания в мире Kingdom Come Deliverance. Окей. War Horse. До этого, на минуточку раньше, мы говорили о писю. Не дать полизать? Начало 15 века было смутным временем Священной Римской империи, еще недавно процветающей при императоре Карле IV. Теперь же, понятно, своей праздностью король настроил против себя многих представителей знати, а также своего сводного брата... Да, блядь, кто это? Я что, медленно читаю? Алло!
Капец. Здорово, Монза. Блин, жарко. Надо волосы собрать. Ну да, звуки начала хорошего фильма. Мне почему-то напоминает Medieval Dynasty, если честно. Так, я пока, кстати, а где мышка? Сейчас, одну секунду. Вебку верну, наверное, вот в такое состояние. Но ролики, кстати, красивые у них, на удивление. Я почему-то думала, что тут графоний говно будет. Что тут надо всяких модов накинуть, чтобы нормально играть. А вроде неплохо выглядят. Но это ролик. Может быть, игра будет похуже. Ну, муженек, как дела? Неплохо. Я сегодня должен закончить. Куда запропастился Индра? Мне нужно послать его в город. Он все еще спал, когда я вышла на улицу. В это время? Вот что значит голубая кровь. Да нет, скорее всего, они вчера опять что-то праздновали. Иди и разбуди этого лежебоку. Думаю, хорошая затрещина его разбудит. Блин, Ром, ты это самое, может, не надо, а? Может, к врачу? Говорят же, Генри, почему Индра? Пора на работу. Мама! Вставай, или я приду и подниму тебя сам. Ты слышал? Лучше не зли его. Живо поднимайся. Завтрак уже на столе. Стой, что это? Опять за старое? Эй, Генри, сколько раз я тебе говорила про драки? Это ерунда. Ты лишь царапина. Ты что, снова дрался на мечах, да? Молись, чтобы отец ничего не узнал. Ты прекрасно знаешь, как он к этому относится. Не волнуйся, это не то, что ты думаешь. Я просто отцарапался. Ну что ж, только не беги ко мне жаловаться, когда тебя серьезно поранят. А теперь давай, вставай, шалопай. Блин, мне бы фпсики ограничить в игре, конечно, было бы хорошечно. Ты посмотри, на кого ты похож. Что ты вообще делал прошлой ночью? Так, мы болтали в корчме, красноречие. Я танцевал ловкость. Я был с Бланкой, выносливость. Я работал в кузнице. Ну, давай, мы болтали в корчме, наверное. Ничего особенного. Мы с приятелем немного посидели в корчме. К нам подсел какой-то странник, и мы расспрашивали его о том, что творится в мире, и я не заметил, как пролетело время. Надеюсь, он не забил тебе голову всякой чушью. Мне все равно кажется, что ты что-то недоговариваешь, и это как-то связано с царапиной у тебя на руке и тем подозрительным человеком с мечом, который недавно появился в городе. Зачем мне учиться бою на мечах? Думаешь, он меня учится драться на мечах, да? Зачем мне здесь это нужно? Я говорю правду, мама.
Ладно, как скажешь, я не хочу тебя расспрашивать, но ты знаешь, как твой отец смотрит на такие вещи. Так. Мои друзья не заходили? Нет, я не видела их сегодня утром. Ты наверняка найдешь их в корчме. Они ошиваются там каждый божий день. Ну хватит, мам. Ты уже почти взрослый, Генри. Вскоре отец передаст тебе все дела в кузнице, и ты уже несколько месяцев ухаживаешь за Бланкой. Зачем ты попусту тратишь время с этими двумя бездельниками? От них одни неприятности. Тебе помочь? Спасибо, Генри, но у меня все в порядке. Лучше помоги отцу с этим мечом. Отец сердится на меня за то, что я так долго спал. Ну, его это не радует. Вчера ты обещал ему помочь закончить тот меч для пана Радзага. Но он уже не так молод, и у него иногда болят ноги. Он слишком горд, чтобы жаловаться. Ему нужна твоя помощь, Генри. Знаю. Не волнуйся, мам. Конечно, я помогу ему. Хорошо. Он всегда жалуется на боль в коленях перед ненастьем. Надеюсь, в этот раз он ошибся. Сегодня такой пригожий день. Ты не дашь мне чего-нибудь поесть? Твой завтрак на столе. Так. Я что-то не поняла, подождите. Почему я не могу взять яблоко? Что за фигня? How are you, Henry? Good luck, then. Странно. Ладно. Блин, такое ощущение, что игра, блин, создана для этого... Для VR, на удивление. Да не хочу я садиться. No, God, no. Так, а тут время идет или нет, вопрос. Да я уже с ней поговорила. Прям лицом в стол. Слушайте, они хорошо живут, на самом-то деле. У них тут сыры всякие. Поесть из котелка. Приготовить, разжечь огонь. Приготовить могу только яблоко, да? Да. Ой. Так. Что у нас тут? Тут вроде ничего по лутингу нету. Ладно, выходим, получается, тогда. А можно сделать вид другого лица? А то ж меня укачивает немножечко. Тут время, часть игры. Идет время. Ага, понятно. Не будешь спать, уснешь в куче компоста, лол. Компас покажет вам, куда нужно идти для выполнения текущего задания. Просто следуйте к нужной точке. А что у меня там вообще по квестам? Иди к своему отцу, возьми урок боя на мечах. Нет, к бате пойдем. Иди сюда, мне нужна твоя помощь.
В чем дело, Генри? Ты не слышал, что я тебя зову? Так, убеждение. Иногда вам нужна сила убеждения, чтобы достигнуть своих целей. Когда говорите с людьми, часто вы можете выбирать, какое впечатление вы хотите на них произвести. Вы можете просто использовать красноречие, которое, однако, зависит от репутации, закрепившейся за вами на момент разговора. В средние века социальный статус играл первостепенную роль, поэтому качество вашей одежды и насколько хорошо вы выглядите в сочетании с вашей репутацией могут сильно повлиять на то, как люди вам отвечают. Если вы выглядите опасным, люди будут бояться сталкиваться с вами и будут с большей готовностью давать вам рискованные задания. Главным образом на это влияет ваша сила и отпугивающий эффект от вашего оружия и снаряжения. Однако другие вещи, такие как остатки крови на вашей одежде, тоже принимаются в расчет. Ни хрена себе! Иногда вы можете положиться на то, что деньги все скажут за вас. Вам всего лишь придется расстаться с убедительной суммой. Подкуп людей работает так же, как и покупки. Смотреть статьи торговля и как торговаться. В особых случаях вы можете попробовать использовать и иные навыки, такие как верховая езда. Вам важна не только манера убеждения, но и само предложение. Потому что иногда недостаточно просто выбирать ответ согласно вашим наилучшим характеристикам. Вы должны вчитываться в то, что вы собираетесь сказать. У меня второй монитор погас. Класс. Так. Вы не можете с легкостью утихомирить матерого задиру. И неважно, насколько хорошо вы одеты, вы не можете легко произвести впечатление на знатного человека. Все потому, что способности Индра, он же Генри, не просто обозначаются универсальным числом, но сравниваются со способностями вашего оппонента. Вы можете увидеть значение различных способностей в игре под соответствующими значками. Вы всегда можете видеть свои собственные способности. Способности же оппонента видны вам только если вы его хорошо знаете, или же вы хорошо умеете читать людей, если вы учитесь эмпатии. Угу. Однако это не просто вопрос характеристик. На исход очень сильно влияют иные факторы. Ваша репутация в грязи ли вы, или истекаете кровью и тому подобное. Если вы не можете переубедить купца с хорошо подвешенным языком, возможно, вы захотите сначала слегка его отравить, а после он станет более сговорчивым. Или если вы уведете охрану из его друзей, его будет легче запугать. Общий уровень красноречия, общий уровень обаяния, общий уровень силы. Ага, я обаяшка, походу, или нет? Я обаяшка? Так, мне нужно было кое-что сделать. Прости, мне нужно было осмотреться. Sorry, father. Освежить память и осмотреться. Не знаю почему, но у меня такое чувство, что я все это впервые вижу. Мальчик мой, когда ты уже возьмешься за ум? Ладно, у нас сегодня полно дел. Я заканчиваю работу над мечом для пана Ратцига. И мне нужна твоя помощь. Какая именно? У меня заканчивается уголь. Сбегай на рынок и купи мешок у углежога. Для этого мне нужны гроши. Или гроши. Это еще одно поручение. Куниш все еще должен мне за топор и молоток с гвоздями, которые я продал ему месяц назад, не говоря уже о его предыдущем долге. Скажи ему, чтобы он расплатился хотя бы за топор, молоток и гвозди, а затем купи на эти гроши уголь. Куниш? Этот пьянчуга? Черт, это будет непросто. Ты уже взрослый, и я уверен, что ты справишься. А если нет, скажи ему, что в следующий раз я приду сам и забью эти гвозди ему в задницу, его же молотком. Я не сомневаюсь, что он обрадуется, когда это услышит. Это все? Не совсем. У камергера в замке есть крестовина для меча пана Ратцига, на которую гравер из что-то там собирается нанести. Ты хочешь, чтобы я забрал ее? Хорошо, гроши, уголь, крестовина. И пиво. По дороге домой загляни в корчму. Я знаю, ты все равно туда зайдешь, чтобы увидеться с этой своей девушкой, но когда вернешься домой, пиво должно быть еще холодным. Ее зовут Бланка. Ясно. Так вот, убедись, что Бланка налила мне холодного пива из погреба. А теперь беги, работа не ждет. Именно гроши с ударением на последний слог. Хорошо. Так, купить мешок. Так, для начала, для карта, да? Карта. Ой, карта богов. Я смотрю здесь. Так.
Возьми урок боя на мечах. Возьми крестовину в замке. Замок это, кстати, прям рядышком получается. Тогда, получается, мы идем сюда. Ее нельзя? Походу, это нельзя выделить. Ну, окей, тогда мы идем в замок. Эй, путите! Благослови тебя, Бог. И тебя, Генри. Как дела? Меня прислал отец. Мы работаем над мечом для пана Ратцига, и у камергера должны быть крестовина и навершие для меча. Отец отправлял их в Сазаву. Да, они у меня. Камергер отдал их нам, чтобы мы передали их тебе. Красивая работа. Я никогда не видел ничего подобного. Я бы хотел взглянуть на меч, когда он будет готов. Главное, чтобы ты ничего не потерял. Когда это я что-нибудь терял? Мне только не рассказывай. Ладно, заткнись и давай сюда, или я вечером надеру тебе уши. Держите, сиятельный пан. Как красиво. Жаль, что нельзя оставить этот меч себе. Ладно, я, пожалуй, пойду к вечеру, нам нужно все закончить. Давай, увидимся вечером в Карчме. Приходи, сегодня я угощаю. Так. А мы можем сразу бате отнести его? Чтоб не потерять. А то жопой чую, мы его потеряем. Прям жопой чую. Чую, я кочую. About time. Have you got everything? Not yet. I'm working on it. And how much longer will it take? No, I don't. Блин. Ему нужно все принести, да? Тут лут есть, воровать можно, по стелсу можно играть. Для Элеоноры игра создана, но вообще да. Но я планировала ее, если честно, попозже начать. Вот. Но сейчас пока ключ надо покрыть, я сейчас начну. Вот. И думаю, после сталкера можно будет ее поиграть. Так, что у нас здесь? Значит, здесь у нас купить уголь... И здесь же, кажись, где-то по это с мечами подраться, не? Ты кто, крестьянин? А как, с кем подраться-то? А чё все дергается? Должно быть, чё тут дьявол? Вскрыть замок? Не. Подождите, ну что-то не то, я не туда пошла. А здесь что? Получить долг. Ну, пошли забирать долг, короче. Хотя нет, надо сначала на мечах подраться, 100%. А может, наверх надо? Вскрыть замок. Да нет. А постучать? Почему нельзя постучать? Для сохранения тут, кстати, нужен шнапс, рыли, лол. Так, ты? Страж лавки. Не, с ним нельзя побазякать. Торговка. God be with you. God be with you. God be with you. Так. Мне нужно прямо и направо. О, вот сюда получается, да? Hey, Pip. Do you want to learn something? No. Ты уже оправился от ужасной раны, полученной вчера. Да, если не считать того, что царапину заметила мама, и мне пришлось не объясняться. Ни одна мать не будет счастлива, если ее сын проявляет интерес к оружию. Где оружие, там и смерть. Вопрос в том, чего хочешь ты? Я не хочу вечно гнить в этой дыре, я чувствую себя здесь чужаком. Я хочу повидать мир, но мир полон опасности, и я должен уметь защитить себя. Вот это речь не мальчика, но мужа. А что бы ни было, сегодня твой последний шанс, я должен уехать. Ну как, ты готов? Да. Хорошо, я буду ждать тебя на обычном месте. А что там все горит?
Ставим ставки, кто гребет. А мне кажется, я. Мне кажется, почему-то что-то максимально дурацкая система боя. Такая, знаете, очень топорная. Мы долго будем идти, алё, чужак? Чужак, чувак. Я уже поплыла, немножечко устала. Ну ладно. Почему? Боевку учить часа 4 плюс-минус? Лол. Ну что, начнем? Так как сегодня мы встречаемся в последний раз, ты должен показать все, чему я тебя научил. А у меня будет нож? Давай начнем со снов. Во время... все время перемещайся. Твоя жизнь зависит от движений. Very good. Now you're getting it. Not bad. Again. Nice. All right. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Now you're getting it. Now you're getting it. Good. Once again. Good, good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Very good. Nice. Now you're getting it. That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing. Лучший удар на колесо? Это что значит? There's nothing better than experience, believe me. Все, что ли? А вы говорили 4 часа. Получается, Зиуля пиздобол? Хорошо. Самую малость. Так, мне надо пойти долг забрать. Это вот здесь. God be with you, Кунеш. Здравствуй, Кунеш. Что тебе надо? Отец прислал меня за грошами, которые ты ему задолжал за топор, молоток и гвозди. У меня нет грошей, проваливай. Плати или получишь. Отец просил передать, что если ты не заплатишь, он сам придет сюда и забьет эти гвозди тебе в задницу. Пусть попробуют. Катись отсюда, ублюдок, и твоему отцу придется вынимать эти гвозди из тебя. Так... Долги нужно платить. Я знаю, что тебе сейчас нелегко. От тебя ушла жена, за выпивку нужно платить, а ты ничего не умеешь. Неудивительно, что у тебя нет грошей, но долг есть долг, и я не могу уйти отсюда с пустыми руками. С пустыми. Если бы у меня было что отдать, я бы отдал, но у меня ничего нет. Так что отстань от меня. Все, все отстаньте. Так, попробуйте другим способом забрать у Куниша топор. В смысле, обворовать его, чешу? Так, это топор. Damn, a thief. He's stealing here. Help!
Arrest that thief! Guard! You! Чего? В смысле, это мой топор, он, блядь, не заплатил! Пошел нахер! Это не воровство! Я забрала то, что мое! Сукины дети! Безоружный бой. Хук, сильный медленный, пинок, захват... Ой, это сложно, да. Этот индикатор того, сколько примерно здоровья осталось у вашего противника. Ага, чем сильнее он ранен, тем медленнее он атакует и реагирует. Когда конец ближек, он может попытаться бежать или сдаться. Так, ваши раны, выносливость, здоровье. Угу, понял. Surrender. Сдавайся. Ты ответишь за нарушение закона. Кое-кто видел, как ты крал. Что же, ты это не скоро забудешь, потому что я из тебя вытрясу целую кучу монет за нарушение закона. Смотри, куда идешь, я служу господину Ратае. Блин, провал. Репутация понизилась. Так, у меня нет грошей. Ты все еще должен заплатить штраф. Похоже, что тебе придется посидеть в темнице. Бежать. Что ты делаешь? Да беги! Нет! А! Да в смысле? Здорово, Владкар! Что за херня? Этот чувак, у него, блин, латы тяжелые, он не должен меня успевать догнать. Типа, че за хрень? Блин, это мы аж у бати? Охренеть. Воровство — это плохо. Это не воровство! Я забрала то, что мне принадлежит. Он не заплатил за это. Этот вар сделал заказ и не заплатил. Если он не платит, заказ забирается. Пошел нахер. И то он и попользовался им. Он еще денег должен, козел вонючий. Схера ли я украла это? Блин, это снова все вот это делать, да? Бля, это, конечно, жопец. Тотальный жопец. Я не туда прибежала? Странно. Вроде ж туда. Да ты, немец, шутить изволишь? Причем тут оскорбление? Я говорю правду. Сигизмунд сделал то, что должен был сделать. Должен. Он должен был похищать короля. Он должен был заманить в ловушку его кузнеца Прокопа и бросить его в тюрьму. Он должен был быть со своим войском татар, осадить Кут на гору? А почему нет? Что хорошего сделал король Свацлав? При его правлении страна разваливается на части. Немецкий курфюрист... Господи, кто? Курфюрсты! Блядь, что за слово такое? Извращение. Здорово, комрад. Так, ты будь здрав, Матус. Что здесь творится? Немец несет чушь. Послушай, и сам все поймешь. Кто-то должен навести в стороне порядок и объединить империю. Какое мне дело до австрийцев? И сейчас даже дьявол не разберется с этими папами. Какой папа законный, тот, что в Риме, или тот, что в Авиньоне? Не богохульствуй.
Но это же правда. Венцеслав – король Богемии. Дворяне Богемии на его стороне. К черту Рожмберка и его свору. Пан Рацик – гетман Приватславия. Он хранит верность королю, и если он услышит твои слова, он прикажет побить тебя как собаку. Твоему Хрихтагу скоро нечем будет править. Йост был вынужден продать Люксембург, чтобы помочь твоему королю. Слишком много слов. Можно я не буду читать это? Ну, типа, это пиздец читать. Deutsch is an idiot. What can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Two are my view. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge pile of manure. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. В Инглише его зовут Генри, а его зовут Индрих? Серьезно? Doing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzik's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? А че, мне даже выбора не дали, с ними я или нет? Я просто не хочу. Я не буду этого делать. Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but I really don't have time. That's disappointing. Still, we can manage without you. Let's go, lads. Honestly, hell. How could you pass up a chance like this? Не инжир, а индир. Так, меня там ждет этот чувак. Спасибо большое за фоллоу на YouTube, кто бы ты ни был, добрый человече. So, we can. Good. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right, all right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Now you're getting it. А как выбирать направление? Not bad. Not bad. All right. Вопрос. Мне тоже очень смутно напоминает игру, но что-то там, что-то эта игра немножечко смутна по сравнению с другой. Там как-то графонистей, что ли. Но здесь проработка больше. Good. Once again. Nice. Not bad. Again. All right. That's enough. I don't know about you. Просто так здесь не сохранится, да? Здесь надо бухать для того, чтобы сохраниться. Я правильно поняла?
God be with you. What do you want? My father said... I've got nothing. Ты знаешь, что ты должен отцу не только за инструменты, а гораздо больше. Если бы он пошел к приставу, у тебя были бы неприятности, так что заплати хотя бы часть. Я сказал тебе, у меня нет ни гроша, убирайся. Долги нужно платить. А здесь можно как-то присесть? Как тут стелсить-то? Я хочу забрать топор, но чтобы он не увидел. А если я зайду в дом? Он будет на меня ругаться или нет? Ну, он видит. Надо, наверное, подождать. Ну реально, тут вообще ни хрена нету. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Я что-то не поняла, какие-то отмычки для чего-то, для чего? Так, он ушел? Он ушел. Лошадка. Так, но я так и не поняла. Что у меня по квестам-то? Купить мешок угля, купить пиво... Попробуйте другим способом забрать у Куниша топор, молоток и гвозди. То есть мне еще нужно молоток и гвозди. Вот он. Clear off before I have you thrown out. Be off now. You don't belong here. Сложно. Сложно, сложно, сложно. Топор я у него, конечно, забрала. Возьмите у Фрицика отмычки, чтобы открыть сундук. Кто такой Фрицик? Вопрос. Henry, I'm glad you came. Побить его? Репутация упадет. Так, это купить пиво. Купить мешок угля. Так, кто такой Фрицик и где мне его достать? Вопрос. Алис Рихтарш. Бланка, это его девушка. Так. Я ни хрена не вижу. Скорее всего, это человек. Вполне вероятно, да. Ой, какие милые курятники. Блин, ну какая же жопа. Мне не показывает, где. Кто такой Фрицик? Игрок. Почему тут только эти люди? Что за... Блядь, сложно, сложно, ни хрена непонятно.
Рицех, выходи. Ты мне нужен. Ну это купцы. Это не то. Какая жесть, какая жесть. Да он убегает. Он убегает и сразу просит помощи. Тем более я с ним уже даже разговаривать не могу. Вот в чем прикол. Так, это уголь. Его можно украсть, да? Так. Блин, ну мне нужны отмычки. Я хочу украсть. Мне нужны для этого отмычки. Где мне достать отмычки? Кто такой Фрицех? Это же не мой батя. Вроде не должен быть. Блин, пипец. Как сложно. О, пристав. Почему с приставом нельзя поговорить, блин? А где эти друзья мои? Капец. Жопа бабуина какая-то, если честно. Ну тут только курочки. Блин, вот жопа. Я не могу ни с кем поговорить. Это вообще какой-то звездец. Ну, с ним только поиграть. Нет, играть мне не надо. Это крестьянин. Мои друзья куда-то дед. Мне кажется, это кто-то из наших друзей, наверное. Возможно, это тот, который немец? Нет, нет, не немец. Открыть замок. Не-не-не, нету его там, нету. Странно, я думала, это немец, но значит, это не немец. Вот стол. Здесь только двое. Рихтерш и Алис. Здесь больше нет никого. То есть это... Если это не немец, значит это кто-то из моих друзей. Тобиаш и Углежок. Фехтмейстер Ванёк. Фехтмейстер Ванёк. Жесть. Ну и где этого дятла достать, чтоб мне отмычки дал? Боже. Пиздец какой-то. Я не понимаю. Так, я вижу крестьянов, я вижу купцов. Ай-яй-яй-яй-яй.
Да суть не в точке, вы понимаете, здесь... Вот, попробую другим способом забрать у Куниша топор, молоток и гвозди. Топор я забрала, мне нужно забрать молоток и гвозди. Молоток и гвозди лежат в сундуке, который заперт. Для того, чтобы его открыть, мне нужна отмычка. Отмычка дается у вот этого... Как там его... Господи, Фрицек. Вот, и мне нужно взять отмычки у Фрицека, чтобы открыть сундук. Где найти грёбаного Фрицека? Кто знает? Ай, господи. Они там где-то стоят втроём. Но я что-то не вижу их вообще. Брось. Жаль, конечно, этого добряка. Не говори. Мужики, может, вы насиновали? Не. Я знаю, где, но на Твиче не скажу. Бэрон. Это крестьянин. Ой, господи Иисусе. Картинку кинул, где он должен быть. Так, картинку кинул. Куда ты кинул картинку? Готовься офигевать от этой игры? Почему? Подними. Где? Кого поднять? Кого что поднять? Я не понимаю! Почему так сложно? Картинку кинул. Подними. Блин, что? Я не понимаю. Помогите, чат. Расшифруйте. Где эти три дятла? Здравствуйте, вы не видели трех дятлов? Нет? Говноеды, а? Сюда в чат. А, во, угу. Так, ага. Так, ну пойдем посмотрим. Так, значит, оно где-то вот здесь, да? Это вот здесь. Так, мы сейчас разворачиваемся и бежим туда. О, здорово, мужики. Так, кто из вас... О, Фрицек. Послушай, я нашел запертый сундук, который нужно открыть. Правда? Ты уже устал от честной жизни? Нет, дело в том, что у кое-кого есть то, что ему не принадлежит, и я хочу забрать это обратно. Это вообще не мое дело. Я могу дать тебе несколько отмычек, но если тебя поймают, я тебе ничего не давал. Спасибо, друг. Так, спасибо, братан. Вдруг в беде не бросит. Так, теперь вопрос. Дело в том, что я не поняла, что здесь мне нужно отмычкой фигакнуть. А, во. Так, это что, блин, такое нахрен? Вскрытие замков.
Чтобы вскрывать замки, у вас в сундуке должна быть хотя бы одна отмычка. Хотя лучше иметь одну или две в запасе, потому что от использования они снашиваются и в худшем случае могут сломаться. Вы начинаете вскрывать замок, удерживая Е напротив замка. Перед вами появится диаграмма запорного механизма. Какого-какого механизма? На которой вы должны найти верное место для того, чтобы вставить отмычку. После этого вы должны использовать отмычку, чтобы повернуть весь запирающий механизм. В то же время вы должны поддерживать положение отмычки относительно поворачивающегося механизма. Господи Иисусе, вы шо, с дубу рухнули нахрен? Поворачивающийся механизм, так как вращение относит отмычку от уязвимого места. То, насколько вы близки к уязвимому месту, показывает размером указателя. Если уязвимость найдена, указатель становится золотым. Ага. Если пытаться повернуть механизм, вставив отмычку неправильно, его заклинит. Отмычка повредится или сломается. Это сопровождается шумом, который может привлечь ненужное внимание. Понял, хорошо. Так, то есть... Ой. Нет, в окно, выйди в окно, блядь, выйди в окно! Почему ты не можешь выйти в окно? Выйди в окно! А-а-а! Паника! Блядь, не успела убежать. No! Fuck you! Fuck you, bitch! Соси кирпич! Ты как близко так оказался? Нет, это не best, который я can do. Блять, тут тупик. Господи, куда бежать, куда бежать, куда бежать? Помогите. Кто-нибудь, помогите. Отсиди и потом уходи. Нет. Бежать, 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 бежать. Дыши, дыши, дыши. Ага, соси. Я тебя обхитрила. Я могу все на спрятаться, нет? Блядь. Ладно. Вот так. Я типа спряталась. Ваши ставки. Меня не найдут? Ты не засейвилась? Не. Я не знаю, как сейвиться. Мне сказали, что с Элем. Или с чем-то, с пуншем, с каким-то. Все, изи, изи-бризи. Ну, хотя у меня какой-то значок есть там подозрительный. Хрюкни, чтобы окончательно замаскироваться. А может, не надо? Услышат еще. Смеяться будут. Greetings. Чё? Нет! Нет! No, 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 God, no, no! No! Блядь, почему они все меня узнают? Чё за херня? Осуждаю их. Блядь! На, по голове! Стой, я сдаюсь! Стой, я сдаюсь! Блядь, да, я сдаюсь! Гондон! Тебя видели, когда ты вламывался в дверь. Что ж, ты это не скоро забудешь, потому что я из тебя вытрясу целую кучу монет за нарушение. Так, у меня не хватает грошей. Если ты не заплатишь, отправишься в темницу. Мне доверили секретное задание. Ну, не думаю, что это. Смотри, куда идешь. Я служу господину Ротай. Ну, не поможет мне. Ладно, давайте согласимся с тюрьмой. Темница? Что ж, пойдем, покончим с этим быстрее. Самое для тебя место. Шевелись. Поскольку я тебе доверяю как вору, то я лично тебя обыщу, чтобы не пожалеть. Лучше отдай мне всю свою добычу. Кирали. Блин, надо было его убить. Так, мы в тюрьме.
Мы в турме. Может, в следующий раз ты дважды подумаешь, прежде чем нарушать закон. Да, прибить, убить. Нафиг. Я не люблю дерзких людей, которые хамят. Батя пиздюлей наваляет. Подождите, он что, навершие забрал? Индра, где ты, Индра? О, господи, молю тебя сохранить его. Эй, я здесь. Что происходит? Что происходит? Ради бога, выпустите меня! Выпустите! Серьезно, мы умрем от пожара? Да ну, не гоните. Да ну. Да вы что, прикалываетесь? Бля. А как проходить эту игру, прошу прощения? Я второй раз умираю уже, вы чё? Чё за прикол? В прологе нельзя в тюрьму. Блин, ну я уже не буду заново начинать сегодня. На самом деле тут весело, кстати, мне нравится. Я, правда, ни хера не понимаю, но тут весело, мне нравится. Ладно, я думаю, мы попозже потом это продолжим. Я узнаю, как тут это самое, как тут что делать. Что тут у меня новых? Сир Ульрих оф Пассау. Интересно, какую-то ачивку получили. Ой, чат, пошла я, короче, отдыхать. Вот, а то что-то это... Что-то я устала. Я не могу, я второй раз умираю, мне грустно от этого. Ты тоже пассава? Удачи там тебе. Спокойной ночи, ветераж. Вот, так, ладно, ребятушки, я пошла отдыхать. Завтра выходной. Увидимся с вами в среду. А что у нас в среду? В среду. Что у нас в среду? Я вообще не могу придумать, даже расписать это выходной какой-то пипяу. Что у нас в среду? Я что-то планировала на среду, но что? Хрен его знает. А, Найтингейл я хотела вроде как. Но это не точно. Вот, мне тоже надо ключ от этого. А, ну, от этого самое, туда-сюда. Так, напоминаю, что у нас проходит розыгрыш ключа на эту игру в Телеграме. Если хотите, подписывайтесь. Вот у нас там всякие различные новости, кино, игровые, анимешные и прочее-прочее. Также всякие кружочки, анонсы, новости и прочее-прочее. Все, у меня уже... Я не повторяюсь. Вот, я пошла отдыхать. Увидимся с вами в среду. Что будет в среду, я не знаю. Вот, расписание я пока не сделала. У меня что-то вообще голова еле соображает. Спасибо сегодня всем большое за фоллоу. Спасибо всем, кто покупал мемкоины. Спасибо большое за донаты Ванечке Анонимусу. Также спасибо большое всем, кто подписывался на Бустяо. Ромозавру спасибо за ресаб. Вот, вроде все. Все, я пошла отдыхать. А, нет, еще Фомасику спасибо тоже за донат был. Вот, я вас всех целую, обнимаю, обожаю. Доброй ноченьки желаю. Вот, Kingdom Come мы обязательно продолжим, но, наверное, попозже. Мне нужно все-таки структурировать свое расписание и понять, куда, чего и как. Вот, как, в какой последовательности мы будем все играть. Вот, ну ладно, я решу. Вот, все, я вас люблю, целую, обнимаю, обожаю. Вот, увижусь с вами в следующем. На следующем стриме. Все, пока-пока.